Здравствуйте, компания Progress Auto. Краткий обзор мини-трактора Isuzu TU180. Полноприводный тракторок поступил к нам в продажу. Состояние хорошее, наработка минимальна, поэтому сейчас кратко по состоянию расскажем. Шина левая передняя. Видно, что износ минимален. Рассыхания и тому подобных замечаний нет. Состояние отличное. Шина левая задняя. Абсолютно цела, выглядит новый. Вероятно, была заменена в Японии, просто потому, что износ на ней абсолютно минимален. Трехточечное навесное устройство, без дополнительных гидрорегулировок, без быстросъема. Но, тем не менее, фреза очень удобна в использовании. Все еще с датчиком крышки и плавающим режимом. 140 см ширина рабочая у нее. И вот такое состояние ножей. Соответственно, пахать еще будет. Ну, а само состояние фрезы, я думаю, видно. Очень хорошая. Шина правая, задняя. Также просто новая. Износ. Износа просто нет. Соответственно, состояние, я думаю, видно. Отличное. Шина правая, передняя. То же самое. Собственно, все это дело свидетельствует о наработке. Наработка трактора 268 моточасов. Состояние поэтому очень приличное у шин. Не успели они не рассохнуться, ничего с ними произойти. По правой стороне от водителя, по рабочим рычагам, регулировка положения фрезы и автозаглубления, два отбора мощности. По левой стороне от водителя основная коробка переключения передач и раздаточная коробка. Все остальное, как и обычно, все те же самые педали. Снизу у нас есть отключение полного привода и блокировка моста. Спереди под рулем, кроме основных педалей тормоза, сцепления и газа, ничего примечательного нет. Соответственно, трактор прост, надежен и удобен в использовании за счет того, что все-таки мощность у него хорошая, плюс плавающий режим на фрезе позволит ему справляться со всеми задачами в небольшом хозяйстве. Поэтому приезжайте, будем рады его показать, соответственно, отправить куда угодно. Состояние у трактора очень приличное.